Всем привет! В этом ролике я хочу рассказать вам все секреты МФУ EPS Oncolorio EP709A, которые мне удалось узнать. Интересно? Тогда поехали! Я уже рассказывал вам о характеристиках этого стильного многофункционала, но для тех, кто не видел мой обзор, кратко представляю вам нашего героя. Colorio 709A умеет печатать, копировать и сканировать. Шестицветная палитра позволяет ему выдавать фотографии с отличной цветопередачей. Скорость выдачи изображений и текстовых документов космическая. Только представьте, за 1 минуту 20 секунд у вас уже на руках фотография А4 формата. Ну что ж, а теперь к самому интересному, к секретам и фишкам этого МФУ. Вы хотите распечатать фотографию 10×15. Заложили нужное вам количество листков и переходите в меню принтера, чтобы указать параметры бумаги. Не находите в перечне пункт 10×15, не находите и пункт 4×6. Можно было бы предположить, что EP709 просто не умеет печатать фотки такого формата, но это не так. Вам нужен пункт KG. Он, кстати, обозначен и на самом лотке загрузки. EPS Oncolorio EP709 может также печатать полароидные снимки. Сейчас я вам расскажу небольшой секрет, как же это сделать. Скачайте бесплатное приложение Snapseed, выберите любую картинку и зайдите в инструменты. В меню находите пункт «Кадрирование» и выбираете квадрат. Далее заходите в расширение, выбираете белый и добавляете полоски по бокам снимка. Сохраняете и заходите в фирменное приложение Epson iPrint. В параметрах указывайте формат бумаги 10×15 и печатаете. На готовом отпечатке отрезаем снизу небольшую полоску и полароидный снимок готов. Делюсь еще одним важным секретом. Как вы уже заметили, EPS Oncolorio обладатель нижней подачи бумаги. Скажу сразу, что с плотными носителями ему будет очень тяжело справляться. Но я хочу поделиться с вами другим. У фотобумаги есть лицевая и задняя части. При загрузке бумаги в лоток об этом нужно помнить и закладывать листки задней частью вверх. Признавайтесь в комментариях, печатали ли вы на обратной части фотобумаги. Раскрою вам еще один важный секрет. Вы наверняка заметили, что если вы закладываете простую бумагу и ставите печать цветных изображений, то принтер предлагает распечатать вам изображение с полями. Если для вас важно, чтобы никаких белых полосок не было по бокам и вы не хотите орудовать ножницами, то вот вам одна хитрость. Загружаете обычную офисную бумагу, но в настройках указываете глосси. Тут же приложение предлагает вам отпечаток распечатать без полей. Ставите галочку возле нужного пункта и заходите в качество печати. Вам необходимо указать стандартные настройки и отправить файл на печать. А вы знали эти секреты? Открою вам еще одну небольшую тайну. Практически все лайфхаки, о которых я вам сегодня рассказал, можно осуществить на любом струйном принтере, не только на Epson EP709A. А на этом у меня все. Используйте устройство с расходными материалами Ink System и экономьте на каждом отпечатке. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. Пока!